вот, ребята, так сказать, и я извиняюсь, из-за дворника мы не видим, но к нам приехали донецкие тетушки. Они хотят устроить то, что они устраивают везде. Но мы им постараемся не дать пройти в наш город. Мы, если надо, ляжем здесь все до одного. Автомайдан, удар. Просто вот это снимали. Так мы смотрим, Донецкий, что бы вы делали, если бы у вас клинический гетто, что так бы случайно сломалось? Получается, люди ходят якобы по нужде за эти вот точки. То пойдем сейчас поищем, может, скинули там травматы или там ножи, я не знаю, кастеты. Походим там по кустам, поищем. Там, где они якобы ходили в туалет. Ну, ждем СБУ, мы ж не можем багажное отделение открыть, потому что это незаконно. Получается, что как бы дождемся СБУ, там будет видно, что... Ситуація у нас така, ми з Кременчуга їхали на Донецьк. Донецька? Ні, ну спочатку приїхали в Донецьк, були там з місцем правим сектором, зараз в Донецьк їдемо. Далі, там привіт, обніми за мене. З Донецьким, так. Да, слушайся його. Донецький. Зараз їдемо назад на Кременчуг. Нас тут остановили ребята. Ну, то есть, автобус поломався, з'їхались і перевіряють нас. У нас там главный Пилипенко Владимир Иванович, а начальник штаба Харченко Леша. Только надо жесткое степь. Нет, просто я не вижу вообще никакой проблемы. У нас автобус сломался, мы стоим, ждем, пока поменяют автобус. И все, мы на рейсовом автобусе едем с Донецка в Кременчуг. Рейс Донецк-Киев. Не, это понятно. Как мускат. Да ладно. Да, я 3-литровую банку поставил, ты за пуком засовывал. Все, тихо. И съел. Да, без проблем, нет. Как бы я, если честно, проблемы особо не вижу. И, в принципе, даже не переживаю по этому поводу.
все, окей. Да, алло. Да, я думаю, да. Да, приехал вообще другой автобус, сейчас будем его сопровождать. С двухминутной остановкой на нашем автовокзале. Давай. Давай. Выводим автобус за город, чтобы эти якобы тетушки, которые, возможно, не тетушки. Якобы правый сектор. Да, да. Они не правый сектор. Представлялись правым сектором. Бывают в автобусе в полной мере. Ну да, правильно Юра говорит, что как бы правый сектор не бухает, а тетушки бухают в автобусе. Ну такие подпитые. Правда, и один с чубом. Все говорят на русском, сало едят неуверенно. Ну да, единственное, когда им крикнули, что... Слава Украине, героям слава, они ответили. Ну, опять же, это такой показательный, как бы, ну, шоу. Подъезжала донецкая машина с донецкими номерами. Ну, да, да. Ну, было что, две клюшки, да? И все было. И бронежилет один, или три бронежилета. Три таких бронежилета. Легких, которые от ножа, там, от пистолета Макарова. И на бронежилетах висели кресты серебряные православные цели. Да? Да. На каждом бронежилете был крест. Понятно. Ну, получается, что... Утверждают, что они еще какое-то казачество непонятное. Никто из них... не розуміє української мови, не розмовляє українською мовою, до речі, від нас, живучих у Дніпродзержинську. Да, ну, я ж говорю, що до креста, наверное, як проведемо, за Українку, да, щоб уже не могли розвернутися, і все. Це, я думаю, за Улу їх треба везти. За Улу? Так, да, за Улу можна пішком добратися в город. Та ну, мені бензин ніхто не спонсирує. При, больш... при большому желанні вони доберуться всегда. И правый сектор тоже, я смотрю, не отстает от нас. Хоть познакомился чуть-чуть с правым сектором. Кто никогда его в городе Днепродзержинске как бы и не видел. Лицо никого. Я думаю, в YouTube не стоит влажить, что ты познакомился с правым сектором. Честно тебе. Ну, как познакомился, так и забыл. У меня память на лица плохая. Тем более, они даже имен же не называют, у всех псевдонимы. Короче, молодцы. Выехали за город. Как бы гаишников нету, хотя должны были гаишники за выездом в городе стоять. Давай еще проведем чуть-чуть. Да. Ну, по автобус рейсовый проверили, пробили. Действительно рейсовый, а не заказной. Ну, они могут передвигаться за не заказным, а рейсом. Поехали они все-таки до конца, дальше аж за город. Наверное, за область их будут проводить чешу. Ну, а я как бы, ну, я же говорю, что не располагаю ни временем, ни средствами преследованию автобусов. Вот и все.